Практически, наверное, типа. Это он там будет разбирать гараж. Матвей. Это не тот, которому дерево прорастло. Это тот, которому дерево прорастло, но другой. Один разбирает тот, который это, а другой не разбирает тот, который прорастил. Все проспиртованные у нас мужики, все сволочи, бездельники и бухальщики, а другие бандиты. Потом через час Приключения на задницу. Такими классными парнями познакомились. Они скоро богаты. Такой классный. Точили они приехали. А точили у них почему-то называется Маша. Сейчас расстреляют их не смело. Сразу богаты. Суббота и воскресенье еще болгарки подушили. Значит, они что-то еще грабили. Но не здесь. У нас вроде и дурожей-то больше нет. Поблизости. Может быть, они что-то разрушили. Разрушали. Вот. Значит, это есть. Мотуры засадились в пух и прах. Ай, то дыхает. Я не знаю. Девицы, им нужны эти приключения, мамулечка. Yeah.
здесь уже вы температуру не стали. Нашу кадря сюда не надо сами побежали. Только не шустик рукастый, а лоткастый. Восемьдесят килограмм.